Главного героя сделаны отменно. И при этом не требуют от игрока запоминания каких-либо мудреных комбинаций клавиш, как, например, в Mortal Kombat. Лок великолепен как с оружием, так и без него. В бою он ведет себя довольно разнообразно, особенно при добивании врага. Например, паука он может просто раздавить ногой. Если же враг окажется выше героя, можно наблюдать, как вражья голова будет красиво снесена с разворота. Чем больше опыта приобретает герой, тем более замысловатыми становятся его пируэты. Первым пунктом, куда вы отправитесь из дворца, будет город. В городе обязательно отыщите домик с иероглифами у входа. В нем живет мастер Джонг. Именно он научит вас нескольким дополнительным ударам. Кроме этого, вы можете просто подраться с мастером. Бой проходит на деревянных мечах. Вреда никакого, но зато во время этого шаолиньского представления вы научитесь правильно и красиво драться. Кстати, обратите внимание на шкалу силы, которая убывает по мере того, как вы наносите удары, и возрастает, если вы выжидаете. В игре действует настоящий самурайский принцип – не размахивать мечом, как мельница, а наносить сильные, точные удары. Один из атрибутов ролевой игры, а именно куча самых разнообразных параметров, вроде навыка владения тем или иным видом оружия, выносливость и так далее, также присутствует, и так же, как в большинстве ролевых игр, по большому счету не несет никакой практической нагрузки. То есть самое необходимое, что вам нужно знать, это сила удара, уровень защиты и, может быть, ловкость. Помимо боевых искусств, Лок владеет магией, то есть умеет громко произносить всякие дурацкие слова, после которых на врагов вдруг обрушиваются различные неприятности, типа торнадо, метеоритного дождя или молний. Причем заклинания достаются вам не в готовом виде, а их нужно составлять. Для этого существуют амулеты различных стихий. Соединив несколько стихий в определенном порядке, вы получаете новые полезные и не очень заклинания, которые заносятся в магический свиток, что избавляет вас от постоянной возни с амулетами. Кроме того, 4 наиболее важных на данный момент заклинания можно вынести на панель инвентаря и использовать, не обращаясь каждый раз к свитку. Естественно, периодически вы будете находить простые свитки, где будут описаны новые заклинания. Также по счастливому совпадению, незадолго до этого вы будете находить и новые амулеты. Еще один атрибут, по которому можно определить жанр игры Revenant как ролевой, это непременное периодическое возрастание уровня опыта нашего героя. Благодать сия снисходит на него после того, как от его руки поляжет определенное количество врагов. Однако вы не можете распорядиться свалившимся на вашу голову счастьем. Игра все делает за вас. То есть с пришествием нового уровня совершенства у вас просто всего становится больше. Возрастает сила, выносливость, количество очков магии и так далее. На мой субъективный взгляд, это не хорошо и не плохо, просто непривычно. К тому же сия особенность избавляет вас от мучительного выбора, какую из характеристик вашего героя улучшить сейчас, а какую оставить на потом. Еще одна неотъемлемая часть ролевой игры — довольно продолжительные и нередко утомительные, но неизбежные диалоги. Как правило, из содержательных бесед с различными персонажами вы узнаете, что же дальше вам делать. Иногда вам предлагается выбор из нескольких фраз. Например, Локу нужно было добыть кольцо у одной не совсем честной дамы. Придя к ней в башню, он имел с ней непродолжительную беседу, в процессе которой эта особа предложила герою познакомиться с ней поближе. Можно было отвергнуть предложение, либо согласиться. Выбираем первый вариант, поднимаемся наверх и получаем по дыне от ждущего вас наверху дракона. Выбираем второй вариант, соглашаемся, после чего поступает предложение подняться наверх и подождать. Выполняем просьбу, попадаем к тому же дракону и уже привычно получаем по дыне. Выход. В большинстве своем диалоги на развитие сюжета практически не влияют. Тем не менее, разговаривать нужно. От этого зависит ваше продвижение по игре. Судя по всему, в игре присутствует возможность брать себе напарников, однако нам пока не удалось раскрутить на это дело никого, но надежды мы не теряем. В общем, никаких особенных секретов в игре нет. Сначала вам придется попутешествовать по лесу, затем сплавать на остров пауков, попасть в деревню Агроков, спуститься в пещеры и так далее. Все происходит довольно логично, и ошибиться здесь довольно трудно. Залог успеха — самое лучшее оружие и броня. Все это можно приобрести в родном городе, причем, как правило, денег, полученных в очередном путешествии, хватает на самое крутое вооружение или доспехи, имеющиеся на момент вашего посещения. В поединке с врагами старайтесь нанести удар первым. Желательно сбить врага с ног, пока он будет подниматься, можно нанести еще несколько критических ударов, один из которых может оказаться последним. Чаще используйте заклинания. Например, можно подкрасться к врагу и незаметно отравить его. Шкала его здоровья будет медленно уменьшаться. Через какое-то время можно начать атаку. Подобная тактика очень полезна при столкновении с более сильным противником. К тому же, если враг все-таки заметил вас, то можно какое-то время от него удирать, перекатываясь в разные стороны, пока отравленный враг будет бегать за вами. Из убитых врагов выпадают различные полезные предметы и золото. Правда, происходит это несколько нелогично. Например, из убитого паука вместе с горсткой золотых может весело выскочить связка сосисок или булочка. В игре довольно неудобная карта, то есть нам не удалось добиться просмотра только ее. Как правило, она вываливалась на игровой экран вместе с меню инвентаря, закрывающим треть экрана.
Кроме того, за раз карта демонстрирует только небольшую часть местности, и определить, где вы находитесь, бывает довольно трудно. Правда, неоднородность самого пейзажа игры несколько помогает в ориентации. Иногда игра ошибается с выведением изображения на экран. То есть от некоторых персонажей остается только тень. Однако она также полноценно атакует вас и даже оставляет после себя горстку золота на месте гибели. Музыка в игре, несмотря на опцию в меню настройки, не реагирует ни на какие ваши действия, орет благим матом, заглушая остальные звуки. Правда, играет она не всегда, поэтому этот недостаток можно стерпеть. Если вас убили, то дождитесь, пока герой окончательно умрет и прокричится, иначе при загрузке сохраненной игры можно капитально повиснуть. Тем не менее, несмотря на перечисленные недостатки, Revenant — это интересный ролевой экшен от третьего лица в косоугольной проекции. Остается надеяться, что конец игры будет не таким мрачным, как в Diablo, на которую Revenant очень похож. Кстати, Верховный Маг во дворце не внушает мне доверия. Нужно будет к нему присмотреться. И в заключение оптимальной конфигурации для того, чтобы игра могла нормально идти. Для этого вам потребуется Pentium 233 MMX, 64 МБ оперативной памяти, 400 МБ свободного места на жестком диске, желательно 3D-ускоритель и, естественно, звуковая карта. Довольно скромно для подобного рода игр.